600 спортсменов, 20 стран и один победитель. Алматы в эти дни принимает чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Эстафету соревнований южной столице Казахстана передала Южная Корея, где проводилось прошлогоднее первенство. Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту – это яркое международное событие. Кроме повышения навыков пожарных спортсменов, эти соревнования демонстрируют профессию огнеборцев. Для участия в чемпионате в Алматы съехались спасатели из 20 стран мира, входящих в Международную спортивную федерацию пожарных. Как отмечают организаторы, в ближайшем будущем этот вид спорта, возможно, будет включен в олимпийское движение. Соревнования начнутся завтра и продлятся до 9 сентября.